Возможно ли улучшить свою растяжку всего за 14 дней? И да, конечно, это возможно, ведь ты смотришь данное видео, которое поможет тебе всего за 7 минут в день улучшить свою растяжку. Все, что тебе нужно, это выполнять данную рутину 7 минут в день на протяжении 14 дней. И результат в конце тебя сильно удивит. Давай начинать. Вначале хотел бы тебя предупредить то, что все упражнения не должны вызывать никакой боли. Если у тебя есть какой-либо дискомфорт во время выполнения упражнения, попробуй легкую версию, либо же совсем убери его из своей рутины. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
till my shadow turns to sun rays. And в этом упражнении очень важно, чтобы передняя нога всегда была под 90 градусов, чтобы не травмировать колено или же голеностоп. Вот и все, наша растяжка подошла к концу. Как ты видишь, ничего сложного, но если у тебя где-то есть какие-то проблемы, со временем у тебя обязательно начнет получаться лучше. Если это было полезно, посмотри другие видео на данном канале. Начни наконец-то жить свою жизнь без боли. Увидимся. Пока.